Ну, вообще, человек такое странное существо. Очень часто мы, ну, я не знаю, даже в семьях, там, брат предает сестру, дети предают родителей. А чужие люди порой, ну, вот ты встречаешь человека, ты даже имени его еще не знаешь, а он готов все отдать, там, я не знаю, лечь под поезд, там, спасти кого-то человека. Тяжело сказать про целую страну, про, да, две страны, Россия и Китай. Я не знаю, что у кого на уме, я не знаю, как сложится в дальнейшем наши отношения, я не знаю менталитет той страны. Мне очень тяжело судить, потому что я ни разу там не была. Мне очень тяжело представляется, в принципе, как бы эти люди, эта нация. Но интересно, в любом случае, любой опыт — это есть опыт. И если уж наш президент посчитал нужным вот, создать такой союз, наверное, он исходил это не просто от каких-то мыслей сегодня с утра, а он обдумывал тщательно, у него есть какие-то планы, и я думаю, что они реализуются. Ну, просто дай бог, чтобы наш народ был, ну, я не знаю, в спокойствии, в достатке, чтобы на наш народ в плохом смысле это никак не влияло, только в хорошем. Вот и все.